Привет любителям тортиков! Сегодня мы будем оформлять вот такой большой-большой прямоугольный тортик. Это у меня торт иней. Как я готовила безе, бисквит, масляно-карамельный крем, все это у меня есть на канале. Ссылочки будут в описании. Размер моего тортика 29 на 19, высота 10 сантиметров. Ну, будем оформлять наш торт иней. Для этого я развела топ-декор голубой. Насадочку взяла звездочка 6 миллиметров. Сейчас будем делать, значит, вот такую завитушку здесь. Но я, так как я боюсь, что я могу сделать не пропорционально, поэтому я сейчас у себя сделаю наметочки. И вот так вот. Вот так примерно. Вот. Сейчас мы и сделаем такую красоту. О! Вот такая красота получилась. Теперь сделаем маленькую завитушечку вот здесь вот, таким путем. Вот так вот. Ну, протянули вот так. Вот такая теперь красота будет. Так, теперь делаем вот здесь один завиточек. И с этой стороны точно так же один завиточек. Вот так. Ну, вот такая красота у меня получается, да. Вот такая. Так, теперь вот здесь вот делаем вот так. Сейчас я взяла крем такой же, но только чуть-чуть посветлее. Французскую звездочку взяла. Нужно 5 миллиметров, у меня 7 миллиметров. Нет у меня 5 миллиметров. Будем делать 7 миллиметров. И вот обведем сейчас все наши узоры сверху. Посмотрим, как сильно будет величина большая или нет. Вот так. Вот эту надо положить. Встала. Вот так. Так, а теперь я взяла белый крем. 2 миллиметра в диаметре трубочку. И теперь поверх всех наших узоров будем делать сначала гладенько, а потом жгутики. Сейчас я покажу, как это будет делаться. Вот сначала берем, прокручиваем вот так вот гладенько, а потом пошли. Ну вот как могу. Ну, вот таким образом примерно. Вот здесь вот прервалось у меня почему-то. Сейчас берем кондитерский мешок. Вот так вот. Нам нужно здесь сделать двухцветный. Ну, в общем, крем. Сейчас покажу, как. Значит, беру свой синий крем. Вот тот, который самый нижний был. Вот. С одной стороны
вот так и с другой стороны. Вот так делаю. А остальное все заполняю белым кремом. Как видите, у меня без насадочки. Я здесь просто срезала. Вот сейчас мы вот так вот сделаем. И все это продвинем сюда. Вот, получилось у меня с одной. Немножечко здесь слезло. Ну что ж, делаем, как делаем. Я взяла насадочку 6 мм галочка. В мешке у меня в пустом, так как у меня нету переходников. А у меня всего один, он то подходит, то не подходит. Вот я беру мой разведенный крем, который мы сейчас только сделали. И всовываю сюда в этот мешок. И вот так вот. И вот у меня все готово. Теперь единственное, что смотрю, чтобы у меня насадочка была, чтобы вот это шло посередке, а то по краям. Сейчас посмотрим, как это все будет получаться. Вот на углу делаем такой узор, вот так вот, вот таким вот образом. Сейчас посмотрим, как это получится. С одной стороны вышло, а с другой стороны не вышло. Сейчас мы ее немного повернем. Вот таким образом. Сейчас посмотрим, как сейчас будет выходить. Посмотрим. Так. Там, наверное, начало надо было сдуть. Ну ладно, все, следующий. Так по каждому углу делаем. Ну да. Ладно, пускай так будет. У нас задумка такая. Я так вижу. И последнее. Вот так. Вот такие у нас, да. Вот такая у нас красота получилась. Теперь берем этот же крем, который мы делали уголки. Я его вытащила из пакетов. Сталкиваю сейчас в другой пакет. Там, где у меня звездочка 5 миллиметров. Вот таким образом. Вот. И сейчас будем делать по бокам ракушки. Где здесь у нас красота? Чтобы было... Ну, вот так буду делать, а там... Ну, с одного бока будет голубенькая, значит, с одного. А что делать? Кому сейчас легко? Вот задумка у меня такая. Значит, будем делать так. Значит, здесь посередочки берем. С двух сторон получилось, как видите. Так. Посередки сделали. А теперь между этими здесь посередочки делаем. Одну. И вторую. Вот так как-то. С этой стороны здесь делаем две штучки. Одна. Вторая. Вторая какая-то кривенькая получилась. Так, сейчас здесь опять посередочки. Одна. Вторая. Вот так вот. Красавцы. И с этой стороны. Вот так. Вот так получается. Так, а теперь делаем между этих ракушек, делаем квет ногами, перевернутые ракушки. Точно так же, только перевернутые.
одна и вторая. Вот таким образом. Ну, вот так вот. Вот так. В углу тортика делаем такие же ракушки. Теперь берем белый крем, 3 миллиметра круг, и делаем под каждой ракушкой вот этой вот по узорчику. Видно, какие? Нет, узорчики делаю. Вот такие. Надеюсь, видно. Вот так. Приляж. Вот такие узорчики сделали. Теперь точно так же делаем и с этими ракушками, которые у нас снизу вверх сделаны. Только здесь узорчик уже получается в обратную сторону. Теперь берем голубой крем, это же насадка, круг 3 миллиметра, этой же насадкой делаем под каждой ракушкой точечки, вот таким образом, по 3 точечки ставим. И вот таким образом по всей округе торта. Вот так получилось. Теперь вот здесь этой же насадкой, этим же кремом делаем точечки примерно вот так вот. Вокруг всего нашего рисуночка. Так, теперь из этого разветвления сделаем еще точечки. Вот так. И то же самое сделаем вот здесь. Также делаем и с этой стороны. Вот так. А теперь берем наш светло-голубой крем. 5 миллиметров звездочка.
По-моему, у меня 6-10 миллиметров. И поехали по краю делать ракушки. Ну, вот такая красота получилась. Так, теперь берем белый крем, круг 2 миллиметра. И сейчас будем обводить все наши ракушки. Так вот подвину сюда, чтобы видно было. Я имею в виду внизу, вот таким вот путем. Вот так примерно это получается. А теперь этой же насадочкой круг делаем вот так вот по 3 точечки. Так, а вот здесь у меня получилось вот так вот. Ну, сейчас посмотрим, сколько выйдет. По 2, наверное, лучше делать, да? Коли нет места, ну как есть, а что теперь делать? Вот так вот. Как-то он у меня неправильно сдвинулся, но ничего страшного. В следующий раз учтем. Маловато у меня подложка. Просто не было больше. Сейчас вот здесь вот на углу сделаю вот такие. Вот прямо по этим пройдусь. Вот так. Вот так. А теперь я взяла опять белый крем и звездочку. Вот такую вот. Сколько она там у нас? 4, наверное, миллиметра или 3 или 4 миллиметра. И хочу сделать вот здесь еще. Вот здесь вот небольшие ракушки. Раз. 2, 3, 4. Вот так. И с этой стороны. Посередочке. О! Вот такие ракушки. Здесь тоже сделаем. Вот такая красота у меня вышла. Все. Бока мы все отделали, а сейчас наверху будем делать цветы. Так, сейчас берем немножечко крема и вот сюда вот так вот сделаем. Так, я взяла, развела розовый цвет. Это у меня электрическая роза. Топ-декор. Насадка 126. И будем сейчас делать розы. И мы ее... Не надо падать. У меня, как всегда, они падают. Да что это такое, а? Ну вот что это такое? Ну и пусть лежит. Вот хочется ей лежать. Всю дорогу делала все нормально, а сейчас вот оно решило упасть. Вот так.
Вот такую. Не падай. Падать мы все умеем. Так, хватит. Ее мы отсадим вот сюда. Ну, отлепись. Вот так. Вот это только у нас немножечко отвернулось. Нам ее нужно повернуть. Вот так вот. Вот так вот широко. Делаем широко. Берем розу 1,5 миллиметра. Вот такую хочу штучку. Белого у меня, конечно, много выходит. Но пусть. Так, а что посередине? Сейчас я придумаю. Кажется, придумала. Посередине беру просто звездочку. И вот так делаю здесь. А вот такую вот. Но она какая-то бедненькая смотрится. Сейчас я еще что-то придумаю. Значит, вот такую я еще подглядела у одних. Ну и у себя также попробую, только я хочу вот такие вот. Ой, не знаю, как получится. Ну, в общем, вот так вот я хочу пообложить их. И вот такой цветок у меня получился. Вот такой. И я его сейчас должна вот сюда посадить. Вот так. Вот. Ну, симпатично смотрится, да. Сейчас еще нужно такое же сделать. Вот нравится мне, когда они волнистые. Вот последний какой-то у меня сверхволнистый вышел. Вот так. Ну, и сейчас я опять буду садить. Аж 7 лепестков сделала. Ну, вот такая задумка у меня. Что, симпатичный, правда, цветочек? Так, сейчас я опять сюда насажу бусинок. Вот, посмотрите, какой получился. Симпатичный, правда же? Мне кажется, симпатичный. Ну, сейчас мы этот симпатичный вот сюда и посадим. О! Симпатично, симпатично. Раз, два, три, четыре, пять... 6, 7, 8. И вот здесь еще один просится. И какой? Ну, розочка, конечно. Красавица, что скажешь?
Прямо красавица. Ну вот она там как раз у нас и приляжет. Красавица, правда? Красавица. Вот сейчас мы сюда ее и подсадим, эту красавицу. Главное, чтобы она у нас не упала. Вот. Все. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Вот я как-то спрашивала в каком-то своем видео, а считаются ли маленькие бутончики за, ну, за количество цветов, так мне никто не ответил. А я ведь не знаю. Если знаете, подскажите, пожалуйста. Вот здесь сейчас я один подсажу. Такой. Такой. И вот такой. Так. Все. И там один точно так же нужно подсадить. Но я его немного сейчас разверну, чтобы у меня синенького было. Вот так вот, наполовину. Сейчас не знаю, что получится, но будем надеяться, что это будет симпатично. Так, если я сюда заверну, или лучше вот здесь вот поставить, вот здесь. Вот так вот. И вот оно вроде как синеньким, но и не синеньким. И вроде как синеньким. Ну, вот так и пускай будет сейчас. Вот так сделаю. Все. Вот так. Так, а вот здесь все-таки я вот эту вот прикрою немножечко белым. А то уж очень много синего. Все. Теперь будем делать зелень. Сейчас я еще решила один цветочек сделать. Вот как мы делали вот эти вот голубенькие, вот беленькие. Точно такой же розовый сделать. Сейчас покажу для чего. Вот он где. Он крупный, хороший, большой. Так, а сделала я вот такой розовый цветочек. И его мы отсадим вот сюда, на это место. Вот так. Ну, а теперь будем делать зелень. Беру насадочку галочка 5 мм. И поехали. Вот такая красота. Красиво, красиво. Мне нравится. Очень стараюсь. Вот эту надо как-то сейчас закрывать. А что делать? Тоненькими вот такими. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Испортила. Смотри-ка, что. Авария. Пакет. Дырка. И в итоге вот он результат. Вот это что? Вот такая вот ерунда. Вот такие пакеты делают.
ужас. С каждым разом все пакеты хуже и хуже у них, хуже и хуже. Вот эту еще кучу надо как-то убрать. Но это же надо, а? Думаю, что такое там льется? Даже не ожидала близко такой подлянки. Хорошо, хоть крем нормальный, слава богу. И вот он вот так снимается. А был бы крем плохим, все. Здесь вот надо листочек ставить на этом месте. Сейчас поставим. Вот так вот. Столько трудов. И без проблем испортит одно движение. Здесь поставлю цветочек. Вот висит еще целая здесь гирлянда. Так, ну вот подчистила немного. Вот так вот. Все. Сейчас будем действовать, злодействовать. Вот так. Что делать? Пусть вот так вот листочки лежат. Три штуки. Я сюда сейчас что-нибудь посажу. Так. Что у нас еще где? Да вроде уже... А, вот здесь вот надо. Вот с этой стороны надо. Вот с этой стороны надо. И вот здесь вот. Вот так. Все. А вот здесь сейчас я подсажу пипочку какую-нибудь. Вот так. Даже две штучки хватит. Вот. И на нее чуть-чуть сделаем. Вот так. Чуть-чуть. Вот. Нормально пойдет. Правда же? Ну, что делать? Вот такая авария. Правда, цветок этот крапанный получился. Ну, больше никак уже ничего не сделать. Ладно, хоть так отчистила. Ужас тихий, что творится. А теперь еще сделаю небольшие лианки. Так, чтобы поднять себе настроение. Вот здесь вот, кстати, вот так вот. Вот так. Симпатично, правда? Симпатично. Вот так. Так, вот здесь вот, наверное. Вот, лианочка. И все. Я думаю, что достаточно, правда же? Всего достаточно. Ладно, здесь подставлю еще один. Вот так вот. Всего достаточно. Нет, все, больше не буду. Больше не буду. Вот этот угол только пустой. Ну, в принципе, здесь вот лианочку и подставим. Вот так. Имеем право. Имеем полное. Вот так. Все. Все. А то я уже вижу, что начинаю уже перебарщивать. Оно уже лишнее. Так, сейчас уберу все и покажу во всей красе.
Ну вот, посмотрите, как получился. Если нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Конечно, обидно, что такое вышло, крапанный вон получился. Обидно. Ну что ж теперь делать? А так, я довольна своим результатом. На этом все. До свидания.